Молодец, свинка. Ты правильно решила этот пример. Держи монетку. Спасибо, мистер Балди. На эту монетку я куплю себе пирожок. Решишь второй пример, я дам тебе еще одну. Ага, сейчас. Вот, решила. Умница, свинка. Держи еще одну монетку. Спасибо, мистер Балди. Теперь я куплю себе два пирожка. И поступишь не мудро. Почему? Ведь я стану еще более сытой свинкой. Послушай мою историю и поймешь. Когда я был маленький, родители оставили меня у бабушки. Но бабушка была очень злой, и я все время убегал от нее. Стой, негодный мальчишка! А суп кто есть будет? Ну и достанется тебе, когда попадешься мне. Ах, вот ты где! Попался, сверчок? Это кто еще там пришел? Каждый раз, когда я поймаю тебя, мне кто-то мешает. Кто там ломится в дверь мою? Пенсию принесли. Добрый вечер. Добрый. Вот 10 монет. Получите, распишитесь. Сейчас мы их поделим. Эту на хлебушек, эту на масло, эту на колбасу большую, эту на туалетную бумагу, эту на таблетки, эту внучку, эти дяде Вове, а 10-ю монетку свинке. Что? Какой еще свинке? Интересно. Здравствуй, свинка. Посмотри, что я тебе принесла. А вот, держи. Кушай. Что там происходит? Что такое? Не влезает в тебя? Да ты полна, моя толстушка. Ну, идем со мной в наше тайное укромное место. И тебе станет легче. А, так это свинка-копилка. Теперь все понятно. Куда она ее понесла? Совсем мало места осталось. Уже и ступить некуда. Ума не приложу, что делать. Всю жизнь копила, а теперь девать некуда. Интересно. Вот это да! В жизни не видел столько монет. Неужели это все бабушка насобирала сама? Настоящие сокровища! Да! Сокровища! А я их наследный принц. Ведь наверняка бабуля передаст их мне по наследству. Куда же ей их девать? А вот и корона для меня. Сейчас примерю ее на себя. По ней совсем не пройти. Эти монеты, как зыбучие пески, затягивают меня. Нужно попробовать другой способ. Можно до нее добраться по этой водопроводной трубе. Правда, в ней трещина. Из нее капает вода. Но, думаю, меня она выдержит. Я ведь маленький. А-а-а!
О, нет! Теперь бабушка разозлится на меня. Я затопил ее сокровища. И она заставит меня вычерпывать всю воду. О, нет! Теперь бабушка еще больше рассердится. Ее сокровища провалились под землю в глубокую бездну. Зато теперь вычерпывать воду не нужно будет. Бабушка, я хочу тебе кое-что сообщить. Что? Решил таки доесть свой суп? Поздно, Балди. Суп остыл. Нет, бабушка, другое. Знаешь, я очень виноват перед тобой. И сходи в подвал и посмотри, что я натворил. Балди! Ах ты, негодный мальчишка! Вот так все и было. Какой вывод нужно сделать из этой истории? Нужно есть суп, пока горячий. Нет. То есть да, но это не тот вывод. Не жалеть денег на ремонт труб. Нет, это не тот вывод. Не откладывать деньги, потому что они могут пропасть. Нет, свинка, неправильный ответ. Остаешься после уроков. Мораль этой истории такова, что откладывать хотя бы десятую часть заработанных денег очень даже хорошо. Ведь если делать это много лет подряд, то можно накопить настоящее богатство. Но держать деньги в подвале или под матрасом опасно, их можно попросту потерять. А где же их тогда хранить, если в копилку уже не влезает? Ну, хотя бы положить в банк под проценты, и тогда денег станет еще больше. Понятно. А теперь, свинка, реши третий пример и заработай еще одну монетку. С удовольствием, ведь третью монетку я отложу в свинку-копилку. Правильный ответ. Приступай. Вот, пожалуйста, решила. Свинка, ты меня поставила в тупик. Я рассчитывал совсем на другой результат. Вы хотите сказать, что это неправильный ответ? Я не могу сказать, что он правильный или неправильный. Он... Ладно, свинка, ты права. Тогда я жду от вас третью монетку, как вы и обещали. Тут такое дело. У меня нет больше монеток. Потому что я не ожидал, что ты решишь третий пример. Но, мистер Балди, вы же обещали. Я рассчитывала на них. Ну хорошо, свинка. Я верну тебе долг завтра. С процентами? Что? Ну, вы заставляете меня ждать, а я ждать не люблю. Поэтому надеюсь получить еще больше в награду за мое терпение. Ну хорошо, свинка. Будут тебе проценты. Я вижу, ты хорошо усвоила урок по финансовой грамотности. Я люблю учиться. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали! Наида Сеидалиева, привет тебе! Аленка Прикольная Девчонка, привет! Джасмина Таирбекова, привет! Игры ТВ, привет! Питомцы Миши, привет! Багалапа, привет! Шторхлайк 1900 Джейл, привет! Мэнри Хоу, привет тебе! Котик Тян, привет! Семен Бро, привет!
Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои приветы, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, и делитесь с друзьями в соцсетях. Ну, на этом, я думаю, сегодня все. Пока.